Привет, дорогие подписчики! Купил вот такую коллекцию. Это герои Отечественной войны 1812 года. Это война с Наполеоном. И давайте рассмотрим ее подробнее. 2 рубля Банка России 2012 года. И первая и единственная среди них — это Василиса Кожина. Я удивился сначала, что за женщина среди героев Великой Отечественной войны. А это, оказывается, была староста села, и она убила одного француза косой. Василиса Кожина. Следующий у нас Бенингсен. Имя, фамилию, отчество не знаю. Вот такой вот контур. Там я среди них только там максимум 3-4 знаю. Милородович. Такой контур. Хотели бы вы себе коллекцию такую? Кстати, купил я ее в Турции. Надеюсь, что это оригинал. Но магазин надежный. Дохтуров. Как вам такое качество печатки? О, его я знаю. Кутузов. Мощный полководец. На лошади вроде скакал. Ой. Следующий у нас Барклай де Толли. Ну и имя, конечно, чисто русское. Фамилия. Что у нас здесь? Кутайсов. Молодой парень, но уже видите, какие у него бакенбарды выросли. Не бережет себя. Дурова. О, еще одна женщина. За нее я не читал, не заметил. Не отличил, если честно. Такие волосы короткие. То есть, не поймите неправильно. Были длиннее волосы. Что у нас тут? Раевский. Что они в кусях прически одинаковые. Ну и мода тех времен. Платов. Честно, только Кутузова хорошо знаю. Император Александр I. О, я услышал. Следующий. Витгенштейн. Без понятия. Ермолов. Просто русские — это не моя страна, Россия. Так бы знал бы их лучше. А так я историей увлекаюсь. Ермолов. А вам знать их всех обязательно, учитесь. О, Багратион, его тоже знаю. Тоже мощный полководец. Остерман Толстой. В России есть семья Толстых. Знаменитая. Наверное, он из нее. Давыдов. Пухлый какой-то. Глаза выпучены. Вот такая вот коллекция. Как вам, хотели бы себе ее? Кутузов Александр I и партизанка Кожина. Троих я знаю. И Багратион. Четверых знаю с этого, с этой коллекции. Жаль, конечно. Раньше я историю очень хорошо знал и учил. Но сейчас уже мои интересы сместились в сторону географии и биологии. Все, рад каждому из вас. Подписывайтесь. Ни в коем случае никого не хотел обидеть. Запомните это. С Россией отношусь с любовью. Спасибо за внимание.